Доброго времени суток, и с вами Татьяна, и это блог из России в Америку, и я продолжаю розыгрыш призов, то есть точнее я купила главный приз, и сейчас хочу вам показать, что же это. Выиграл, получается, Александр, я написала письмо Александру, и он сказал, что он всегда хотел получить американский футбольный мяч, но нигде в России не может его найти, поэтому специально для Александра я съездила в спортивный магазин и купила вот такой вот мяч. Вот это вот оригинальный мяч, который играют в американский футбол. Ну, наверное, многие подумают, что это регби, но правила немножко отличаются. Вот, ну, это он сделал из... Ну, это не настоящая кожа, синтетическая, но, тем не менее, хотя бы попробовать поиграть в американский футбол можно будет. Компания-производитель Nike. Обращаю ваше внимание, что произносится Nike, а не Nike, как принято в России. Вот Nike – это правильное название. Так что, Сашка, тебе отправляю в Иркутск, отправляю тебе мячик, американский мячик. Ну, скорее всего, ты его получишь где-то через месяца полтора, потому что, ну, извини, российская почта черепашья, так что и ко мне претензий нет. И дали две открыточки. Одна открыточка отправляется в Нью-Йорк, оказывается. В Америке нас тоже смотрят, и это очень приятно. А вторую открыточку, пожалуйста, владелец второй открыточки, email G489, прошу, откликнитесь, я написала вам. Если в течение следующих двух дней вы мне не напишите, и, к сожалению, я разыграю еще эту открыточку и отправлю кому-нибудь другому подписчику. Наконец-то откликнулся третий владелец подарка, третьего приза. Это открытки с Айра Шоу. И это Светлана Николаевна. Я поздравляю вас, отправляю вам в Кемеровскую область вот такую вот открыточку. Ждите скоро, ну, недельки через три должна прийти вам в почтовый ящик. С большим-большим приветом к вам. Отправлю на почту, ждите посылок. Вот, и все с большим, с огромным приветом. Пока!